Хочешь собрать сильную команду FIFA Ultimate Team? Покупай монеты у крабов. Крабы.ру. Низкие цены и высокое качество. Ссылки в описании. Феникс означает то, что мы проходим карьеру нашего замечательного клуба под названием Челси. Дела у нас обстоят довольно неплохо. Таблица на данный момент выглядит так. Чемпионат, в принципе, только буквально вот пару серий назад начался. Если вы не смотрели те предыдущие серии, я вам очень советую их посмотреть. Пока лидирует Манчестер Сити. Да, и, кстати, почему стоит пересмотреть те серии? В одних из сериях, когда мы заканчивали сезон за Челси, мы видели трансферы, я их показывал, какие клубы, в принципе, будут перспективны на этот сезон, чтобы, так сказать, знать. В общем, будет очень интересно. Пока по бомбардирам Ван Перси лидирует, Де Джонг за ним преследует его, Теуре Манчестер Сити три гола. В общем, вот такие дела. В этом сезоне у нас очень большие планы, у нас очень серьезное расписание, как вы видите. Сейчас у нас будет матч дома с Тоттенхэмом в лиге, и следующий будет уже Capital One Cup с Шеффилд Юнайтед. Не знаю совершенно, что это за клуб, но это кубковый матч, его проигрывать нельзя. Потом сразу же следующая серия у нас будет лиговский матч, потом сразу Кубок Европы. Вот европейское первенство, Champions Cup. Вот такая вот фигня. Как вы видите, в этом сезоне у Челси довольно напряжный график. А мы отправляемся с вами на футбол. Друзья, сегодня Тоттенхэм. Что-то сегодня какой-то дождик такой идет, прям нереальный, да? Смотрите. Тоттенхэм. Лига. Нужно зарабатывать очки. Но я думаю, с Тоттенхэмом у нас уже по первому сезону довольно-таки отношения, ну, кровопролитные, что ли, их так назвать. Никогда они просто так очки не дают. Да я, по-моему, помню, в том сезоне, по-моему, как было-то. Мы, по-моему, только ничью на них сделали. Команда выходит на поле. Чех великолепен. Как всегда, Криштиану Роналду у нас сегодня тоже на поле. Немного, конечно, устали. Вы сами понимаете, я вам календарь показывал. Сами понимаете, что с таким графиком, конечно, я не знаю, как у них вообще выносливости хватает. Но ничего, если будет совершенно все трудно, мы и резервы подключим. Состава сегодняшнего Тоттенхэма. Да, Тоттенхэм в этом сезоне себя усилил, однозначно. Виллин, который парень, кстати, не знаю, хочет уйти из клуба, говорит, будет играть в этом, не хочет подписывать контракт пока что. Говорит, что готов искать себя в другом месте, но однажды Дортмундская Боруссия на него неплохой контракт кинул. Я думаю, куда-то он в Германию собрался. Все, многие футболисты уезжают в Германию, потому что там очень платят хорошо, ну и чемпионат довольно очень сильный. А у нас, тем не менее, английский футбол, судья сегодня отцу с мячом, что будет делать? Молодой парень ушел и пробил-то, смотри, что делает отцу. Азар не успел. Здесь опасный штрафной, нарушение правил. А Тоттенхэм будет подавать довольно опасный штрафной. Ну, близко, согласитесь. Руни и Криш встали сразу в защиту, в стеночку. Судья показывает, что там Чех настраивает эту стенку. Ну и пробивать будет чернокожий, может быть, это и Думбия. Так, ну что, Тоттенхэм, пробитие штрафного. О, как красиво разыграли.
Так красиво разыграли, но пока мяч остается Тоттенхэма, довольно неплохо они прессингуют. Вейн Руни на фланге, подача на Криштиану Рональдо, вижу отцу. Можно пробить, пробил, но четко. О, два защитника просто в друг друга врезались и все попадали. Классно. Это угловой наш сегодня стадион, очень довольно большой, ждут гола, Вилен будет подавать. Давай, Вилен. Подача. Ух ты! Вот это почти гол, гол, гол. Криштиану Рональдо! Криштиану Рональдо! Будет бить! Сильно, но далеко. И из-под защитника было неудобно по-любому бить. Странная быстрая замена. Азар забегает с фланга. Забегает, смотрите, всех оббегает. Сил хватает, но не хватает. Наконец этот мяч догнать. Убежал от двух защитников. Великолепная скорость. Азар подсказывает, показывает. А, ну здесь у отцу не получилось ударить. Вот что там. Вильян с мячом, как проходят всех. Вильян с мячом. А как было здорово. Удар. Азар с мячом. Удар. Гол. Хо-хо. Вот такая комбинация получилась. Будто шахматы. Ну, Вильян просто красавчик. Всю защиту обошел. Всю защиту. Вот это да. Вот это футбол. С того ни сего Вилен обошел всю защиту. Ну, Азар тоже красавчик. Не растерялся в этой ситуации. Подхватил мяч и ударил. Ударил, точно ударил. 54-я минута, 1-0. Мы выиграем у Тоттенхэма. Вилен с мячом опять делает свое шикарное забегание. Тут подключается Марсело. А ну, Марсело, шиндарахни. И Марсело шиндарахнул. Сейчас будет замена. У меня Киржаков там будет выходить вместо на отцу. Вилен, конечно, устал. Викалеп сегодня здорово играет, но я его сегодня меняю. Вот, не хочу, чтобы он перед кубковыми матчами... Криштиану Рональдо. Криштиану Рональдо. На ближнюю штангу, а там никого. Керш. Отнимает Керш, смотрите, что как борется Киржаков. В атаке Леннон с мячом. Опа, Марсело тут как тут. Ой, Марсело, как мне нравится. Варсен и Даниэлес. Даниэлес, конечно, сейчас нет, но Марсело на поле. Ай, молодец, Марсело, Марсело. Филиппе Луис. Беккер. На Марина надо было давать пас, но не дошло. Марсело, Марин. Дальше на Беккера. Беккер не допродолжил. Нет, смотрите, все здорово. Мяч у Беккера. Марин, Марин. Вижу. Криштиану Рональдо. Гол. Криш. Красавец. 2-0. 90-я минута. Расшатали Тоттенхэм. И посмотрите, Марин и Криш как принял, прыгнул и пробил. Ух, еще чуть-чуть Криш, и это был бы мимо. Сразу же ударил Криш. 2-0. У-ху-ху. Вот такие игры мне нравятся, такие игры мне нравятся. Все, свисток, 2-0. Криш молодец, Азар вообще красавчик. Забил сегодня. Вильям проходы совершал. Ну, все совершенно здорово. Здорово, болельщики радуются. Все, значит, хорошо у нас идет. В лиге набираем очки. Со счетом 2-0 побеждаем. Тоттенхэм отправляем раунд, если я не ошибаюсь. Да, это будет третий раунд. Я специально для этого сейчас и посмотрел. Это кубок. Нам надо продвигаться в кубке дальше. Задача руководства выйти в плей-офф. Ну, как я свои силы я оцениваю пройти чуть дальше, хотя бы до полуфинала. Ну, тут от соперников еще будет зависеть, кто нам будет попадаться. Очень большое разнообразие соперников.
Эл Коко вы наверняка наблюдаете в защите на правом фланге. Очень перспективный молодой человек, которого я выкупил. По-моему, если я не ошибаюсь, у Ювентуса, что ли. Не помню, у кого. Парню всего там 19, по-моему, 20 лет. А у него очень сильный потенциал. У него очень развитая защита. Так что в будущем очень хороший защитник. Вильям с мячом отходит в бок. Вильям прорывается в навес. Не удался навес у Вильяна. Как играет Вильям? Хорошо. Жалко, что он не хочет подписывать контракт дальше. Азар с мячом делает неправильную передачу. Соперник играет сегодня очень осторожно. Очень осторожно. Играет в защите. Может быть, на контратаке. Уэйн Руни навешивает. Вот это да! Вильям! Только что тебя хвалил, а? В кубке забивает. Забивает Вильям. Не растерялся, ударил головой. Не испугался выйти на защитника. Смотрите, весьма очень опасный момент. Здесь защитник по-разному мог отреагировать. Он мог и полететь ногой, хотя бы тогда Вильям получил по мордасам сбуться. 1-0 мы пока ведем. Вильян молодец. Криштиану Рональдо, Азар. Пас на отцу, отцу удар. Ну, отцу, отцу. Маленький отцу, что он мог сделать? Гол! Это Вильян. Опять на добивание. Посмотрите, Вильян играет сегодня замечательно. Уэйн Руни такой проход, такой удар совершил. И Вильян красавец. Опять не растерялся на добивании. Вратарь, как я не знаю, как Джеки Чан сегодня прыгает. У них в воротах, но у него ничего не выходит, потому что самые лучшие бомбардиры этого сезона собрались в одном клубе. Два гола. Делает пас на Криша. Криш, ты как? Почему? Криштиана, что случилось? Здесь стопроцентный гол. И смотрите, Криштиана бьет во вратаря. Что такое? Обалдеть. Вильян будет подавать. Я в шоке от Криштиана. Как он так промахнулся? Навес. Удар отцу. Такой маленький отцу, а выпрыгивает. Криштиану Рональдо. Криштиану Рональдо. Прошел, Криш. Красавец. Отдал вниз. Молодец, Назар. Азар навесил. На отцу. Отцу ударил. Удар, Криша. Ничего себе разыграет. Вау, 2-1 счет. Невероятно. Нам забили. Каким-то образом на опережение защитник обогнал кого? Филиппа Луиса там, по-моему, я не видел кого. Кто это был? Иванович, кто? Обалдеть, кто-то на опережение просто сыграл и пробил со всей силы. Чех здесь, ну, даже бы... Ну, просто не успевал взять этот мячик вообще никаким образом. 2-1, вау-вау-вау. Надо поставить сейчас. Марин! Это кубок все-таки. Продолжает. Абдуэта! Навес угловой. Ну, это наш будет угловой. Наш. И ничего тут не поделаешь. Вильян подает. Что-то как-то... Ой-ой-ой, там отрикошетило. И вот это контратака. Контратака наших врагов. Я думаю, здесь ничего не удастся. Ой, упал. А может и удастся, не знаю. Пока выходит все. Молодец, Иванович. Продолжает на Руни. Руни играет, я думаю, на фланг надо играть. На Киржакова. Кирж. Керш продолжает. Вижу подключение. Но куда ж ты, Керш-то, перевесил так сильно? Криштиану Рональдо удар. В ногах запутался, но ударил. Уэйн Руни. Киржаков. Ну что? Что случилось? Ну ладно вам, что вам, такую атаку сорвали. Смотрите, как Руни на Киржакова передал. Ну, конечно, офсайд Керш зашел. Киржаков так радует и защитник его обирает, а! Керш бы на кубке забил. Ох ты, Руни спиной поймал, всё, молодец. Capital Bank Cup. Проходим дальше. Криштиану Рональдо радуется. Вильяну просто потрясающе. От Вильяна дубль.
Я уже жалею, что он не хочет подписывать дальше контракт, потому что за весь первый сезон и второй сезон я с этим парнем... Мне вообще нравится, он отличный распасовщик, центральный. А пока что это самый мой главный центральный распасовщик, это однозначно. Делает такие великолепные пасы, да еще и забивает. Вы посмотрите, что делает Вильям в сегодняшнем матче. Только понаблюдайте просто за ним. Здесь вот Криш первый удар такой неплохой пробил. Третий раунд, получается, второй, первый, что ли, будет раунд, а потом, наверное, плей-офф, как-то так оно будет. Вильям и на добивание, и пасы сегодня, все делал, короче. А в кубке мы продвигаемся дальше, еще на один раунд. Это здорово. В общем, два раунда нас отделяет от плей-оффа. Это очень круто. Да, здесь Криш как не забил. Вратарь, я вообще не понимаю, как он здесь достал. Я не понимаю. Их не вратарь, так бы еще и Криш банку заклепал. Вообще, команда играет на пределе своих возможностей. Появляется новая фамилия, правый защитник, неплохой Элкока. Перспективный. Также еще что у нас такого? Марин, который вернулся из аренды и заиграл довольно очень круто. Кого еще можно выйти? Азар играет. Ну, Азар и Рональдо, Руни, они играют стандарты, пока особыми сильными возможностями не выделяются. То есть Киржаков, который выходит и делает возможность. Он сегодня вот, кстати, его возможность пробить. Он пробил, но было мимо. Киржаков, в принципе, для этого я и брал, чтобы бить издалека. Да, Марин, вот обратите на этого парня. Марина очень крутой чувак. Если будет все отлично, ну, ребят, то вот таким вот образом мы играем очень хорошо, показываем отличный футбол. Лакомый кусочек, Вильям, для клубов. Да, я уже говорил, да, в одни из матчей я говорил, что этот парень собирается нас вроде как пока покинуть. Не знаю, на конец сезона, может, он передумает. То, что идет у него все замечательно. Зачем ему идти в этот немецкий футбол? Он и немецкого, наверное, не знает. Вот. Мы на второй позиции. По 11 очков с Манчестер Сити у нас. Манчестер Юнайтед пока не очень быстро набирает очки. Ну, у них, наверное, тоже очень в этом сезоне будет довольно очень много матчей. Не думаю, что они прям в лиге будут себя много показывать. Они будут себя показывать на другом футболе. Что ж, на этом все, ребят. Спасибо за просмотр, спасибо за лайки. Всем удачи, всем пока-пока.